Это сложный вопрос. Наверное, если бы мне сделали предложение, я, наверное, бы снялась. А вот так со стороны, если объективно оценивать, то мне кажется, что у нас богатая литература и есть масса поводов, на какую тему можно снять новое кино. А потом, к сожалению, какое-то дурновкусие сейчас есть именно в съемке вот этих всех ремейков, потому что люди все равно еще помнят, любят старое советское кино и его традиции. Ну, не очень пока удаются эти ремейки. Ну, будем желать успеха все равно фильма.